На 2 месяца продлили арест бывшему начальнику управления СБУ Киева Александру Щеголеву. Его адвокаты просили суд заменить содержание под стражей на домашний арест. Мол, и так Щеголев находится в СИЗО уже более 2,5 лет. Но получили отказ. Суд продлил арест до 12 апреля. Напомню, бывшего начальника управления СБУ Киева обвиняют в разгоне Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в деле 136 пострадавших. В деле бывшего начальника СБУ Киева заслушивают новых потерпевших. Как и опрошенные ранее, они подтверждают, гранаты бросали со стороны Октябрьского дворца. Там находились спецподразделения «Беркута». Я увидел, что летит граната, и закрыл с собой девушку-медика. Думал, что граната под ногами разорвется, а она на уровне головы взорвалась. Меня отбросило, потом мне сказали врачи, оперирующие в Польше, что они достали из шеи шарик, охотничью дробь и 2 осколка. Из-за плотной дымовой завесы потерпевшие не могли различить лиц, бросавших светошумовые гранаты. Летели шумовые гранаты к одному из митингующих, который со щитами, я подошел, говорю, давай пойди там, может позвони там, или покури, отдохни, а я постою за тебя. Я его не знаю, меня не знает, я просто, ну, моя инициатива такая вот. Как-то помочь получить. Вот, и спустя минут пять мой щит попала, кстати, граната. Александра Щеголева обвиняют в том, что именно он руководил спецподразделениями во время разгона Майдана и знал о применении запрещенных спецсредств. Сам бывший начальник СБУ Киева называет обвинения надуманными. Если вы внимательно изучите приложение к ходатайству, у пострадавших и общественности не будет вопросов, а вы руководствуетесь теми выдумками, которые написал прокурор. Доказательств того, что Щеголев участвовал в антитеррористической операции СБУ против участников Майдана, достаточно, утверждает прокурор. Где ему инкриминируется учинение? Обвиняемый Щеголев не единственный, кто принимал участие в разгоне. Ему инкриминируют действия в группе, где есть бывшие руководители государства, службы безопасности страны, Минобороны, МВД. В декабре нами уже получены разрешения на спецрасследование главы СБУ и его первого заместителя. Обвиняемый Александр Щеголев находится в СИЗО с августа 2015 года. Адвокат просил коллегию судей отпустить его под домашний арест. Мы уже 3 года слушаемся, не можем дойти. Только 19 потерпевших допросили из 136. И у нас еще 600 свидетелей. И мы говорим, давайте начнем с доказательств. Давайте пусть конкретно прокуратура предоставит обществу доказательства вины Щеголева. Вдова погибшего героя сотни Виктора Швеца Тамара Швец просит судей не отпускать Щеголева. Как пример приводит тех, кто, выйдя из-под стражи, покинул страну. Ярким примером был побег руководителя спецподразделения беркутовцев Дмитрия Садовника. Мы просим прислушаться к тому, насколько важен этот процесс. Про риски говорит и адвокат потерпевших и семей героев Небесной сотни. Несмотря на то, что действительно данный обвиняемый находится в СИЗО с 2015-го, всего меньше года идет рассмотрение дела по сути. А все остальное время его адвокаты реализовывали свое право на защиту. Судьи вынесли решение о продлении ареста Александру Щеголева на 2 месяца. В следственном изоляторе он останется до 12 апреля. Юлия Башко, Дмитрий Борщ, ЮАТВ.